Мы сегодня с вами поговорим о классификаторах ДК и ДБК, по которым нас заставляют или просят убедительно, рекомендуют и требуют индексировать свои чаще всего статьи, но иногда и трудом, к методическим пособиям, то, что такие требования предъявляются. Сейчас очень многое перекладывается на плечи авторов, уж не знаю, к счастью или к несчастью, но это вот одна из задач, которая перед авторами очень часто встает. И, соответственно, возникают вопросы, как правильно проиндексировать свою статью, на что обращать внимание. Более подробно этим мы будем уделим внимание на нашем курсе, который начинается 28 апреля. Обязательно эту тему затронем, какие-то нюансы мы посмотрим там. А сегодня такие общие правила, рекомендации вообще. Что такое классификатор и что вот это страшное такое УДК и ГБК. Еще раз напоминаю, у меня все вебинары, они не для специалистов, индексаторов, которые с этим работают постоянно, а вот для обычных преподавателей, не библиографов, не библиотекарей, не индексаторов, кто с этим сталкивается. Поэтому у нас более простая, наверное, подача материала и только самые основные моменты. Поэтому важно понимать, с чем мы имеем дело, что это такое, не бояться этого делать и уметь совершить хотя бы простые действия по вот этой самой индексации. И при индексировании у нас есть два способа, которыми мы можем воспользоваться, и еще третий путь. Два способа сейчас на слайде у нас есть. Первый, самый, казалось бы, простой и легкий, но не считая финансовых затрат, да, это отдать профессионалам, соответственно, мы много чего экономим, ну и профессионал знает лучше, как нашу статью проиндексировать, он лучше разбирается в этих функциях. Либо второй путь сделать самому. Ну, свой текст я знаю лучше, чего я там написал и что я имел в виду, на что имел в виду автор, когда писал эту статью. Иногда, кстати, это бывает быстрее сделать самому, чем отдавать на аутсорсинг. Очередь, библиограф занят, не всегда это делается быстро, а нам надо срочно, прям вот позавчера. Поэтому иногда, да, это оказывается быстрее. Ну и есть, помимо плюсов, есть еще и свои минусы. Когда мы отдаем профессионалам, лучше автора, не один профессионал, все нюансы его мысли, изложенные в тексте статьи, знать не может. Тем более человек, занимающийся индексацией, он может не являться крутым специалистом в области там, биохимии, или физики или математики. Какие-то нюансы он может упустить, ориентируясь только на определенные моменты. Да, особенно если их еще автор в тексте не выделил особым образом, это можно упустить именно какой-то вот нюанс, который может иметь значение. Неполная информация. Очень часто до библиотекарей и библиографов доходит информация абсолютно неполная, а иногда даже максимально сокращенная, а это влияет на точность индексации. Ну, простой пример, свидетелем которого явилась, прибегает в библиотеку студентка, которую преподаватель послал на перемене отнести информацию для индексации. Срочно нужно было отдавать статью в издательство. И вот он попросил ее, значит, отнеси, пусть мне там ее проиндексируют. Автор, название, все. Ну, вы же специалист, вы уже профессионал, ничего. По названию статьи не можете индексы подобрать. Не можем. Нет, конечно, можем, но попадет ли он в тот раздел, на который рассчитывал автор. То есть нужно понимать, какую информацию и как ее нужно дать профессионалу, чтобы он выполнил вот это самое действие. Ну и самое важное – это представление о целевой аудитории. Вот это важно указывать, когда вы отдаете информацию на сторону, кто читатель вашей статьи. Вот это тоже может зависеть до какой степени мы будем упрощать или, наоборот, углублять наш индекс. Да? Нужно либо подробно и узко тематически, либо достаточно провести какие-то общие индексации. Где, а от этого будет зависеть, где эти читатели ищут информацию по этой теме. Ну и, соответственно, от этого будет зависеть наша цитируемость, наших статей, наши индексы, различные публикационные активности. А второй путь сделать самому препятствие. Здесь примерно то же самое пересекается у нас в области целевой аудитории. Когда пишете статью,
перед тем, как приступать к ее индексированию, на этапе написания четко подумайте, а кто будет ее читать, для кого вы пишете. Но от этого язык будет зависеть, как я уже говорю, стилистические особенности, но и на индекс тоже будет меняться. Незнание основных правил классификации, то есть что, как, где искать, чем пользоваться, и использование генераторов, чем пользоваться, какие есть инструменты. Вот некоторые инструменты я вам сегодня покажу, которые удобно применять, и по которым нужно очень легко, просто быстро эти индексы расставить. Но прежде чем пользоваться генератором, надо хотя бы понимать о структуре, да, вот этих УДК, ББК и прочих страшных вещей. Ну и третий путь, который, наверное, самый оптимальный, это сочетание первых двух. Сделать самому и проверить у профессионалов, а дать им на проверку, чтобы они за нами почистили наши косяки, но основное мы все-таки сделаем. И, ну, или наоборот, проверить за профессионалами, а те ли индексы они указали, то есть то ли они вам дали, что вы хотели. Поэтому вот этих вот простых правил, способов и инструментов, которые я вам сегодня дам, в принципе, для решения этой задачи вполне достаточно, ну а больше нам, может быть, и не особо-то и нужно будет. И про индексацию. Что такое индексы? Вот те самые страшные, которые мы видим с левой стороны титульного листа, наверху, ДК, ББК и прочее. Вот индексы – это своеобразный искусственный поисковый язык. И в процессе индексирования библиотечный работник, ну, иногда этим занимаются библиографы, иногда специально называют индексаторы, систематизаторы или предметизаторы, попадаются в такое определение, они отражают, переводят содержание документа на принятый в библиотеке вот этот информационно-поисковый язык, которым являются наши индексы. И это влияет на индексирование, кстати, занимаются часто и библиографы, и они переводят на этот искусственный поисковый язык содержание запросов читателей, абонентов и результаты этого перевода, они представляются в виде такого поискового образа документа или поискового образа запроса. То есть написали, составили индекс, поэтому составили запрос, поэтому запросы нашли поисковый образ документа, нашли сам документ и происходит какой-то обмен. Поэтому можно провести такую аналогию, что такое классификаторы, зачем они нужны, используя метафоры даже. Индексы – это искусственный поисковый язык, индексирование – это перевод либо с русского человеческого на специализированный вот этот ИПИЯ, а классификаторы – это словари, которые нам помогают этот перевод осуществлять. Ну и наоборот, перевести из вот этой аббревиатуры сложной, непонятной, перевести информацию на человеческий язык. И вот в обе стороны для этого и созданы классификаторы УДК или ББК, вот, которыми мы чаще всего пользуемся. Вот они нам помогают этот процесс осуществить. Ну вот простой пример. Индекс ББК такой расширенный, взяла из одной из статей Эдуарда Рубеновича Сукиасяна. Это главный редактор таблиц ББК, вот в одной из его статей. Кстати, очень рекомендую коллеге, кто не знаком с его работами, почитать, посмотреть. Эдуард Рубеновича Сукиасян очень интересно пишет, очень толковые вещи, поэтому кто не знаком, пожалуйста, обратите на это внимание. И вот в одной из его статей он приводит вот такой вот пример индекса. Вот вам, пожалуйста, это такой достаточно очень сложный. Нам так, конечно, может быть, и не нужно будет писать при индексировании своих статей, но вот такой пример хороший есть. Это такой многоаспектный классификационный индекс, который составлен по таблице ВБК для научных библиотек. И за каждой этой аббревиатурой, в общем-то, скрываются свои определения, своя часть информации, и его можно перевести на русский язык, что мы в конце с вами и сделаем. Я вам покажу, что же скрывалось за этой аббревиатурой. Пока вот такой, такая небольшая интрига у нас остается. Да? Я вам покажу, как это делается. Какие части на что влияли, что они обозначали и что скрывалось за этим.
что является источниками для индексирования, по каким составляющим, какие составляющие важны для того, чтобы правильно подобрать индекс. Ну, в зарубежной теоретической литературе, когда говорят о сущности индексирования, его сравнивают с разными способами такого схлопывания, свертывания информации, похоже на аннотирование или реферирование. Ну, действительно, чтобы содержание документа можно описать средствами нормального человеческого языка, следуя принципам и правилам аннотирования или реферирования, но этого недостаточно. Естественный язык, на котором мы общаемся, пишем, говорим, он не только богат своими стилистическими вариациями, но и другие особенности присутствуют, например, многозначность, синонимы, омонимы и прочее. И иногда это может затруднять эффективность поиска по ключевым словам. Поэтому в интересах используются вот такие вот искусственные языки, но для того, чтобы правильно реализоваться. Ага, Надия Шамильевна, да-да-да, это вы про Эдуарда Рубеновича, да, полностью согласна. Вот, и чтобы перевести, проиндексировать, то есть сделать такой перевод с одного языка на другой, нам и нужны вот эти вот таблицы классификации. Но нам необходимо нужную нам информацию из источника извлечь. И вот откуда мы ее берем. Вот эти вот элементы, они указаны в наших ГОСТах. В ГОСТе 7.59. И в ГОСТе 7.66.92. Система стандартов по информации о библиотечном издательском делу, индексирование документов, общие требования и так далее. Так вот, там в одном пункте как раз эти основные источники для индексирования и изложены и представлены. Можно будет подробнее потом посмотреть. При анализе, вот прям в пункте так и записано, при анализе документа индексатору должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документом в полном объеме. Поэтому, если вы отдаете на сторону, лучше отдавайте полностью весь документ. При невозможности исчерпывающего ознакомления должны изучить имеющиеся текстовые части документа. И вот они здесь приводятся. Основные источники индексирования – справочный аппарат документа и различные части этого документа. Вот все, что здесь перечислено на этом слайде, это является источником для того, чтобы правильно определить индекс для нашей статьи или нашей работы. Да, ну и, естественно, если эти требования нарушаются, и вместо документа на индексирование вступает записочка, ксерокопия или ксерокопия только титульного листа, этого иногда, а иногда индексирование просят провести вообще по телефону, то здесь очень велик риск ошибок. Поэтому, когда иногда пишут на вебинаре некоторые участники, да, а вот у меня статья такая-то, какой индекс вы мне здесь можете порекомендовать поставить? А что мне здесь поставить? Я не знаю. Ни один бибиограф вам не скажет по цвету, что вам здесь нужно поставить. Это надо взять статью, это надо ее посмотреть, надо посмотреть текст, надо открыть классификатор. И только после этого посидеть, разобраться, подумать, да, и выбрать индекс. Поэтому это не работает 3 минут. Закладывайте время, когда вам нужно будет проиндексировать работу. И не забывайте вот про эти основные моменты, да, про справочный аппарат книги и элементы самого документа, которые необходимо при этом учитывать. Ну и сами классификаторы, которыми, а вот после этого мы уже можем пользоваться различными классификаторами, чаще всего УДК или ДБК. Что такое УДК? Это универсальная десятичная классификация, основана на десятичной классификации Дьюи, которая еще в середине 19 века, ближе к концу ее разработки, 50-60-х, по-моему, годов. И чуть позже, взяв за основу эту классификацию,
Поль Атле и Анри Лафонтен разработали вот такую универсальную десятичную классификацию, которая в западном мире сейчас известна еще, часто ее называют швейцарско-американская система, ну, биоамериканская, а из Европы. Хотя они были бельгийские ученые, чем швейцарские. Честно говоря, не могу сказать, не знаю, но вопрос интересный. Ну вот, если попадется вам швейцарско-американская система, это УДК. Универсальная десятичная классификация. Это международная классификация. ББК, в отличие от нее, это национальная классификация для российских библиотек. Поэтому чаще всего, если журнал международный, будут просить классификацию ДК, хотя сейчас часто спрашивают и то, и другое, поэтому мы обе быстренько с вами сегодня тоже рассмотрим обе эти классификации. Они долгое время конфликтовали, враждовали между собой. Сначала была принята до революции УДК, трансформировалась, адаптировалась как к нашим условиям, но потом с приходом советской власти к власти, простите за технологию, возникла необходимость переделать классификацию. Ее начали переделывать, потом встал вопрос о создании национальной классификации, и вот с тех пор они так немножко сталкивались между собой. В 40-е, 50-е годы было такое столкновение, какую классификацию принимать, адаптированную УДК Амбруцумяна или разработанные варианты ББК библиотечно-библиографической классификации Шамурина, ну там целая история. УДК, по крайней мере, в области философии безнадежно устарел, сплошной советский диамат. Ну, Сергей Леонидович, скорее не УДК, это скорее ББК, да, либо УДК, да, к нам. Да, ну вот эти вот вопросы, они остались. То есть, многое еще требует доработки ведутся, принимаются новые версии, ну и все так быстро решается. Ну, целый век почти прошел, пока УДК с ББК начали мириться. И часто от нас требуют указывать оба индекса. Это способствует лучшему поиску документа. И то, и другое. Из чего состоит, начнем с УДК. Из чего состоит вот эта универсальная десятичная классификация? Вообще она имеет три больших части. Здесь написано 4. Таблица универсальной десятичной. Женар, если не можно попозже. Ага. Научно-техническая информация. Это если что требует издательство, здесь все очень просто. Что требуется, то и ставим. Жанар Безбаевна, прошу прощения. Жанар, если можно, без отчества. Я чуть попозже вам ресурсы буду показывать. Там будет один ресурс, где с помощью которого можно ПРМТИ тоже расставлять. Спасибо. Если требуется, тогда да. Не все разделы, да, переведены, там вообще больше 10 томов, так же, как и в ББК, в общем-то, не одна книжечка. Но берем и опираемся на то, что есть, и то, что в нашем доступе. Все 10 томов, конечно, может быть, и не нужны вот в таком объеме, как для того, чтобы проиндексировать свою статью. Так вот, в структуре УДК три части. Таблица универсальной десятичной классификации, но здесь 4, потому что они делятся на 2, основные и вспомогательные таблицы. И 2 алфавитно-предметных указателя к этим таблицам. Как правило, в основную таблицу входят понятия, специфичные, ну, для определенных областей науки. Вот так она выглядит. Так выглядит основная часть таблицы. Для определенной области науки, искусства, техники и так далее, которые обладают рядом присущих только им особенностей. А вот и почему десятично, вот от 0 до 9 идет раздел такой, по темам. И есть еще вспомогательный ряд вспомогательных таблиц, общих, так называемые таблицы общих и специальных определителей. Вот в них
вносятся повторяющиеся понятия, общие для разных разделов, либо которые применяются внутри одного раздела, но они повторяются. И берутся индексы из основной таблицы, и к ним прибавляются при необходимости вот эти вот индексы из вспомогательных таблиц. Например, там математика, есть у нас такой раздел, да? Давайте посмотрим. Есть математика, естественные науки. Там, что у нас еще там, прикладные науки или там искусство, языкознание. Это вот основные таблицы. А вспомогательные будут, например, методы, да, или там, повторяющиеся какие-то географические признаки. То вот, да, тогда они могут быть в любом разделе появиться, и вот их тогда для уточнения мы добавляем к общему разделу. Ну, это понятия, которые уточняют форму или содержание. И в индексах основной таблицы отражаются разные области знаний. Возглавляет основной ряд УДК класс 0. Это общий раздел нулевой. Это наука в общем, в целом. Там, информация в целом. Журналистика в целом. Там, библиография в целом и так далее. И автором десятичной классификации этот трактовался как такой вводный, наверное, раздел ко всей схеме в целом. Затем с 1 по 3 раздел группы классов, относящиеся к гуманитарным наукам, гуманитарные науки начинают и заканчивают УДК. И с 7 по 9 то же самое. С 1 по 3 это философия, психология, религия, политика, экономика и так далее. А с 7 и 9 это, вот, как видите, история, филология, искусство, география. Она относится сюда. 5 и 6 классы это математика и естественные науки. 5 раздел. А группе прикладных наук это техника, это туда сельское хозяйство попало с медициной. Это 6 класс. Они очень между собой тесно взаимосвязаны, поэтому можно легко запутаться, когда особенно сами индексируют. И в этих случаях исходите из того, что в 5 классе отражаются вопросы теоретического характера, исследования общих законов и так далее. А вот класс 6 это сам за себя говорит прикладная вещь, то есть как это используется на практике. Вот и вся, в общем-то, хитрость. Иерархический принцип, который заложен, это подразделение, переход от общего к частному, и это вот основной такой метод детализации, который используется в классификаторе. И вспомогательные таблицы, их несколько. Определители. Определители языка. Дальше я вам покажу вот этот один из ресурсов, некоторые ресурсы, но я покажу, где структура очень хорошо представлена у УДК. Вот определители языка, ну, вот эти все определители с вами посмотрим. Вот эти определители языка – это классификатор языков, используется для обозначения переводов, многоязычных документов и для этого тоже. Или то, что касается какого-то определения языка. Отличительный символ, который отделяет этот знак, это знак равно. Еще один определитель – это определитель народов. Это таблица IF. Очень похоже на языковый, но только ставятся круглые скобочки. Вот он служит для обозначения национальности, этнических групп, народов, народностей. Если скобочки не поставили, то у нас будет одно обозначение. Это английский язык, а в коде у нас стоит вот так вот, значит английский язык. Если мы заключили в скобочки, то это уже речь идет не об английском языке, а об англичане. Следующий определитель – определитель формы, таблица ID. Его символ – это скобочки и ноль. Ну, а дальше идет добавление кода. Вот он используется для классификации документов, разных источников по форме и характеру изложения. Очень похоже на сведения, относящиеся к заглавию. Помните, мы писали заглавие,
когда библиографические описания разбирали, потом двоеточие, да, и пишем там учебник, монографию, сборник трудов и так далее. Вот примерно можно вот так запомнить, что это похоже, но только здесь гораздо больше возможностей и вариаций для идентификации и индексирования документов. Здесь не только учебники, учебные пособия, монографии, статьи, отчеты, патенты, справочники, все-все-все, что нужно. Кстати, здесь же в этих таблицах есть обозначения для разных макетов, муляжей, трехмерных изображений, географических карт и прочих. Для вопросов исторического характера тоже в этом же разделе, в этой таблице можно смотреть. Вот если мы пишем, например, 0.75.8 и берем скобочки, это обозначает, что вот этот источник, этот документ, это учебник для вузов. А если мы напишем, например, в скобочках 0.83.74, и все это возьмем в скобочки, то это будет обозначать, что этот документ является либо стандартом, либо каким-то техническим условием. И вот по самому индексу уже можно определить, что это за документ. И определители места – это таблица последняя АИ. Берется тоже в скобочки и добавляются вот эти вот идентификаторы от 1 до 9. Ну, 0 уже занят предыдущей формой и содержанием, да, остается только от 1 до 9. Вот здесь вставляется вот сюда. Ну, более расширенный, вот 410, это обозначение города, столицы, а 111, это вот у нас, помните, было Англия, да? 111 Англия. Вот он добавляется, записывается вот так, и это уже приобретает значение Лондон. Вот это вот дополнительные определители, которые, подставляя к своему индексу, мы можем раскрывать более полное наше содержание. Ну вот, например, примеры индексации, как это будет выглядеть. Судостроение. Находим в таблице УДК индекс, который говорит о судостроении. Вот он, это основной индекс у нас получается. И, ну, мы говорим о судостроении в Лондоне. У нас вторая часть еще появляется. Поэтому вот мы добавляем из дополнительной таблицы обозначение Лондона. А он у нас вот таким вот индексом там и обозначен. Ставим скобочки, и вот мы получили индекс, который спокойно можно ставить на свою статью. Или, например, добыча нефти в условиях песчаных пустынь. Вот здесь, когда занимаетесь индексацией, очень важно свое название и вот ту информацию, которую вы хотите отразить в индексе, очень четко сформулировать и проанализировать. Да, вот мы делим ее на части. Что здесь важно? Что первичнее, добыча нефти или песчаные пустыни? Вне зависимости от того, на каком месте текста это стоит. Да? Вот что мы поставим в начале, то и будет главнее. Вот тот раздел это и попадет. Для нас важнее добыча нефти. Значит, мы на нее и опираемся. Вот он, этот индекс. И песчаные пустыни. Ну, понятно, что для нас, может быть, это важно. Это отражено в нашей статье, что не вечная мерзлота, а или пустыня, еще песчаные, они какие-нибудь еще. Находим дополнительные таблицы, вот здесь географических определителей, находим нужный индекс, его подставляем скобочками. Вот. Теперь уже наша статья точно будет найдена теми, кто интересуется не просто добычей нефти, не только теми, кто интересуется добычей нефти, но и более конкретные вещи. Вот здесь я вам пример такой привожу, как это раскрывается, откуда это берется, с каких таблиц. При индексации используются различные знаки, так же, как и при составлении библиографических описаний. Различные знаки УДК. Их на самом деле очень много. Ну, вот самые основные, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Их основное назначение – это зафиксировать отношения, которые между разными понятиями в документе существуют и которые существуют между разными частями индекса. И таким образом мы можем обеспечить полноту поиска и точность поиска самой информации. Знак присоединения или плюс, самый первый, он ставится там, где у нас есть две или более независимых темы. Вот тогда мы пишем один индекс, и второй может быть совершенно с этим не связан. Знак распространения очень интересный, это диапазон индекса.
в том случае, если они идут друг за другом. Мы смотрим, что в теме, например, 398, 399 и 400, вот и туда, и туда, и туда наша статья подходит. Можно, конечно, написать три индекса через плюс, а можно воспользоваться вот этим слэшем и поставить промежуток 398 слэш 400. А если их 5 или 6, то такое может быть. Ну вот нам этот знак помощи. Реверсивный знак отношений – это обратимый составной индекс. Что это такое, сейчас вам покажу. Но его можно и так читать. Да? То есть вот эти вот части могут быть поменяны местами без особой потери содержания. Знак необратимый, а вот там, где может произойти потеря содержания, тогда используются два двоеточия. Необратимый составной индекс, то есть читаем только так, никак иначе, и ничего мы сами иметь нельзя ни в коем случае. Они необратимы. Ну и когда попадаются у нас сложные составные индексы, надеюсь, что у нас до этого дела не дойдет, но если вдруг, тогда используется квадратный скобка. Вот про эти два индекса отношений, реверсивный и необратимый, вот сейчас я это вам на примере покажу. Вот составной индекс. У нас есть две части. Есть статья, которая касается темы международного арбитража между Францией и Италией. Смотрите, мы можем записать вот так. Международный арбитраж, вот одна часть, на которую мы находим индекс, вот ее индекс в основной таблице нашли, он есть. Но нам надо указать, что есть еще не просто так, да, а Франция и Италия. У Франции 44, у Италии 450. Посмотрим по дополнительной таблице, геолокации, находим эти обозначения, нам их надо добавить. Они добавляются в круглых скобочках, не ставим скобочки. А вот дальше нам надо показать, кто кому как относится. Между Францией и Италией мы можем записать вот так. А можем записать вот так. Между Италией и Францией. В принципе, большой потери смысла здесь не произойдет. Да? Вот в этом случае можно использовать, вот ставится вот это одно одинарное двоеточие. То есть, возможно, инверсия, возможно, вот это, можно поменять местами без большой потери смысла. Или без потери смысла вообще. А может быть и другой вариант. Вот в этом случае тоже возможна инверсия. У нас есть этика, которая относится, имеет индекс 17, у нас есть искусство, которое относится к семерке по основным таблицам. И вот наша статья там, «Взаимоотношения этики и искусства». И «Взаимоотношения искусства и этики». Вот как мы запишем, вот так ее можно прочитать. И так можно записать, если это не повлияет на смысл. Но здесь может... мы можем столкнуться с тем, что менять местами нельзя. Например, этик. Вот в данном случае мы говорим об отношении этики. Этика по отношению к искусству. А здесь наоборот. Искусство по отношению к этике. Это может повлиять на смысл самой статьи, на содержание. Мы можем неправильно отразить содержание. Поэтому в некоторых случаях инверсию допускать нельзя. Тогда используется дабл двоеточие. Ну, то же самое, как вот здесь. Да, литейные цеха. Литейное производство имеет вот такой индекс, а сооружение, здание, средства производства имеет такой индекс. И вот как мы их сольем в один. В этом случае у нас приоритет будет технологиям и способам и оборудованию, и там может речь идти об оборудовании. Здесь сооружение, здание и средства производства уходит на второй план. Но если для нас важнее именно вот эта часть, сооружение, здание и средства производства, и мы о них в основном говорим в нашей статье, тогда их нужно поставить на первое место, а это вот на второе. И нельзя их поменять местами, от этого исходить. Ну вот для этого используется двойное двоеточие, такой закрепитель, который не позволяет, мы говорим, что нельзя менять местами этот индекс. И вот, например, еще примеры. Есть геодезия и есть искусственные спутники Земли. От того, как мы их запишем, меняется кардинально, меняется содержание. Либо это спутниковая геодезия, либо это геодезические искусственные спутники Земли. Разница есть. Да? Две статьи на разные темы.
Ага, так, вопрос есть? Вопрос чуть попозже подойдем, хорошо? И вот это вот то, что нельзя поменять местами, иначе поменяется основательный смысл содержания нашей статьи, получится, что мы проиндексируем совсем другое, а это к этой теме не относится, вот тогда ставится двойное двоеточие. Да, того, как мы эти индексы, в каком порядке поставим, это зависит от сути нашей статьи. Вот здесь как раз эти нюансы-то и важно учитывать. И ресурсы онлайн. Да, с помощью таких ресурсов. Это вот самые такие основные моменты, на которые хотелось бы вот сейчас обратить внимание. Да, что нам в первую очередь может пригодиться при индексации наших статей. Не старайтесь указывать слишком подробный индекс. Вот опять же, почему я говорю, обращайте внимание, кто ваш читатель. Можно составить очень хороший, как мы в самом начале смотрели, такой большой, да, глубокий индекс, очень узко проиндексировать свою тему. Вопрос, кто ее будет читать? Вы рассчитываете на узкий контингент широких специалистов, да? Или вы хотите хороший охват, хорошую цитируемость, так, чтобы и студенты нашли, и преподаватели, и так далее. Ну, в зависимости от этого, и смотрите, до какой степени детализации нужно доходить при индексации. Иногда достаточно 1-2 индекса и не двигаться дальше. Да, ну, правильно просто их выделить. Вот такого индекса может не быть в самом классификаторе, чтобы раз и по ключевым словам мы нашли спутниковую геодезию. Тогда мы его составляем из разных кусочков, подходящих под нашу тему. Вот мы их сливаем, и у нас получается единый раствор. Вот в этом еще сложность классификатора, да, что там готовых индексов на все случаи жизни может не быть. Нам их нужно соединить. Но соединить правильно, чтобы химия. Действительно такая алхимия получается. Поэтому здесь торопиться и спешить не стоит. Какие есть онлайновые ресурсы для определения индекса УДК? Здесь я их вам привожу. Четыре основных ресурса, но вот некоторые из них мы сейчас с вами посмотрим. Сейчас я попробую вам ролик показать. Вот он, Наука.про, ну вот с него, пожалуй, и начнем. Вот первый ресурс. Ссылки я вам дам, Наука.про. Очень рекомендую, очень подробно разобраны все вот эти вот основные таблицы, пошли основные разделы. А потом идет вторая часть, алфавитно-предметные указатели к каждому разделу УДК. И дальше пошли вспомогательные таблицы, о которых мы с вами говорили. Вот они все здесь приведены. И есть еще алфавитно-предметные указатели к этим основным таблицам. То есть сначала мы ищем по алфавитно-предметным указателям, это перевод с русского языка на индексируемый, на язык цифр, а потом можно осуществить в таблицах уже перевод обратно, то есть мы таким двойным переводом занимаемся. Поэтому лучше осуществлять поиск с алфавитно-предметного указателя, а потом уже идти в таблицу. Ну вот, например, как выглядит алфавитно-предметный указатель по языкам. Да, вот нашли, увидели, вернулись обратно, да, вот посмотрели таблицы, уточнения внесли, и дальше можно работать. Здесь очень, вот чем мне этот сайт нравится, здесь очень подробно представлены вот эти все таблицы, представлены вспомогательные таблицы, алфавитно-предметные указатели очень такой удобный. Но единственный минус, здесь нет гиперссылок. То есть перейти по гиперссылкам, это здесь достаточно сложно. Но вот познакомиться со структурой и понять, где чего находится для того, чтобы потом работать в других генераторах, более онлайновых, вот этот ресурс очень хороший. Ссылку я на него вам сейчас дам. А вот осуществлять быстрый поиск удобнее мне, например, вот по этому справочнику по УДК. Онлайн такой поисковик. И вот здесь, вот они представлены, здесь уже есть гиперссылки, и мы можем спокойно, например, нас интересует высшее образование, мы переходим, находим, да, выбираем интересующий нас аспект, и дальше смотрим, как оно детализируется, если нас интересуют более конкретные вопросы. Причем, вот обратите внимание, вот, даже остановлю на паузу, здесь есть то, чего в некоторых генераторах нет. Примечания или отсылки.
Например, плата за обучение, членские взносы, это относится, все, что касается высшего учебного заведения, это вот относится к индексу 378-142. Но плата за обучение еще пересекается этот вопрос, рассматривается вот здесь и дается на него ссылка. Вот по этим ссылкам, чем удобен этот поисковик, здесь вот этот, если есть отсылка, по ней очень легко перейти и посмотреть, а в каком аспекте там рассматривается. И там плата за обучение. Но здесь может быть совершенно другой аспект. Вы тогда уже выбираете, какой индекс вам подходит под вашу статью, под ваши нюансы. 378, а может быть 371, даже если вы пишете о высшем учебном заведении. Может быть, вот этот вам подойдет больше. Поэтому не забывайте переходить по вот таким вот отсылкам, ссылкам, которые идут в примечании. Вот чем удобен вот этот ресурс. Ну и дальше мы смотрим, например, нас интересуют там, методы обучения. Вот мы его выбираем. И дальше вот смотрим, что нас интересует. Ну, например, там лекции или семинары. Мы писали статью про них, и в основном про них. Тогда мы только про лекции. Тогда мы выбираем вот этот более конкретный индекс. Если у нас просто про методы обучения, формы преподавания, мы можем оставить предыдущий вот этот 378-147. Если там и лекции, и семинары, и про лабы немножко писали, тогда берем более общий. Не надо все это разбивать и писать три вот этих жутких индекса. Достаточно будет одного обобщенного. И еще один. Да, сейчас я вам дам на все эти самые. Классификаторы не часто обновляются. Работа очень такая, скажем, хорошая. Ну, вспомните даже ГОСТ по библиографическим описаниям. У нас сколько там, 15 лет прошло, да, прежде чем обновился. И по ключевым, вот еще один поиск, интересный ресурс, который тоже нашелся по УДК. Это все только пока по УДК. Поиск по ключевым словам. Вот у меня его сначала нашли студенты, потом показали мне, попробовали, сравнили с предыдущим, совпадает. Но он более упрощенный. Ну, здесь вы видите, вводим высшее образование, вот он нам выдает индексы, которые соответствуют нашему запросу. Причем то, что выделено другим цветом, значит, там есть еще детализация, можно перейти посмотреть, а вот то, что не выделено, идет черненьким, да, гиперссылки нет, значит, ну, все, здесь все. Дальше детализировать здесь некуда, только этот индекс. И дальше мы можем перейти вот по тому, что открывается, вот то же самое, мы ищем методы, формы там, преподавания, да, вот, переходим, выбираем то, что нам нужно, и дальше вот, организация учебного процесса, и вот они наши тоже. Все здесь есть, как мы в предыдущем варианте искали. Вот там такая табличная форма со ссылочками, а здесь вот приводится в таком виде. И вот они наши, да, те же лекции, семинары, те же индексы. Вот мы нашли, но искали мы по ключевым словам. Не на все ключевые слова он находит варианты ответов. Может быть, у вас такое сочетание, которого в индексе нет. Тогда нужно разбивать по отдельным словам. И уже по отдельным словам искать подходящие индексы. Ну, вот тоже такой простой. У меня студенты начинали с него знакомство с УДК, а потом уже, когда нужно было статью проиндексировать, сами делать. Написали статью, вот теперь сами ее проиндексировать. Вот начинали с этого, а потом переходили уже к Наука.Про и к онлайн-поиску. У Наука.Про, чем мне нравится, здесь более подробно, более методически прописано и более полные варианты. Да, то есть познакомиться с самой структурой и подобрать то, что интересует нас, и алфавитно-предметные указатели, то есть методически более грамотно ресурсы организованы. Сейчас я вам ссылки на эти ресурсы покидаю. Вот так, сейчас вот они. Наука.Про – это полные таблицы ББК. В остальных вариантах могут быть сокращенные, поэтому каких-то элементов у нас может не хватать. Каких-то кодов, частей, да, они более упрощенные. Так, вот этот онлайн УДК тип-код.
Вот он. И третий по ключевому слову. Вот он. Сейчас я его тоже вам в чат ссылочкой скину. Вот он. Вот они три как бы основных ресурса. Они работают. Ссылки действующие. Только вчера я специально их проверила. Да, все работает, все замечательно и здесь прекрасно. Вот. Так что вот такие вот ресурсы, генераторы есть. Но опять же, если мы не знаем структуру ОДК, мы не нашли два разных индекса, вроде и тот, и другой нам подходит, а вот как их соединить, вот основные знаки, я вам такую подсказочку в презентации оставляю, чем можно воспользоваться. Да? Ну и дальше практику мы сейчас уже делать не будем, нам еще ВБК надо успеть рассмотреть. Но вот здесь в презентации я вам оставляю несколько слайдов. Они взяты из курса, так и быть, жертвую. Можно использовать, например, при изучении самим классификатора ОДК, либо если это необходимо студентов или кого-то еще научить. Да? Вот примеры заданий, как можно использовать. Первый, Елена Викторовна уже у нас выполняет практику. Отлично. Первый учебник. Да, помните, я вам показывала. Первый 0758. Это учебник. Это учебник. Вот оно обозначение. Да? Вот это обозначение тематики книги. Мы открываем УДК, смотрим. Ага, что у нас идет под 371.2? Ага, налоги, налогообложения. Но это не просто книга, монография или статья. У нас еще есть вторая часть кода. Это учебник. Так вот оно, что скрывается здесь. Ну и вот, что это? Угадали? Угадали. Ага. Только 371 – это у нас педагогические коммуникации. Чуть-чуть мы не туда посмотрели. Но мы угадали точно учебное пособие. Вот, да. И вот пример, да, как это можно сделать. Онлайн-генераторы у нас есть, можно посмотреть. Да, совершенно верно, 0.38 – это словарь терминов, все мы уже можем определить даже по этим индексам вообще, оно нам надо, что это, да, этот индекс. Ну и здесь простой, просто индекс, вот, просто тематика, да, просто монография, просто книга, никакого дополнительного индекса нет. Ну и хорошо, будем искать книги. Ну и вот еще одно такое задание, которое тоже вам оставляю, такое интересное студентам. Психология в истории культуры познания монография. Вот дается аннотация, нужно его проиндексировать, какой индекс у нас будет и чем воспользоваться. Я вот вам прям целое тактическое задание по УДК здесь дарю, что называется. Что сделать, да, чем воспользоваться. Ну, вот я здесь рекомендую вот этот справочник УДК, вы можете взять любой другой. Да, и вот мы его проиндексировали, вот мы нашли этот номер, мы его определили вот так. А вот это очень такое студентам нравилось, когда я им эту штучку давала для тренировки вот это задание. Учебное пособие университета по налогам и сборам в России на языке мокша. Здесь много моментов, которые нужно учесть, и к разным таблицам приходится обращаться. Ну, вот здесь я подсказку все-таки даю, чем нужно воспользоваться. Кому интересно, можете попробовать поиграть и потом посмотреть, насколько это совпадает с ответом. Ответ показывать не буду, я его пролистну сейчас. Кто скачает презентацию, потом можете сравнить, посмотреть. Ну, так поиграйте только по-честному, да? Удалось или не удалось. Все подсказки есть. Ну, в таком виде можно натренироваться, например, составлять индексы, подбирать индексы, можно придумать какие-то смешные примеры, там, сложные, не очень сложные. Ну, вот такую вот штуку я вам по УДК сейчас дарю. Да, это такая, да, что называется, задание, которое родилось с колес, но очень понравилось. Действительно, язык мокша есть, и он в справочнике тоже отражен, кстати. И по вопросам от Светланы Мечиславовны был вопрос, какой порядок указания индексов нужно использовать, если тема связана с образованием, педагогикой и экономикой, где больший акцент делается на раскрытии вопросов по экономике.
Светлана Вячеславовна, вот здесь будет у вас сложно составной индекс. У вас будет и образование, педагогика и экономика. Посмотрите по делению, по УДК, до какой степени конкретизации нужно дойти, да, не просто взять образование, там, высшее образование и все. И второй индекс у вас будет по экономике. То есть первый индекс у вас будет по из экономической части берите, а второй уже присоединяйте высшее образование. Но здесь будет зависеть от того, что для вас будет на первом месте в этой статье. Вы рассматриваете какие-то экономические закономерности, которые реализуются, там, например, в системе высшего образования, это одно. Либо вы рассматриваете деятельность вуза в условиях там, применения вот таких-то экономических систем, подходов, методик и прочее, здесь будет другое. Что первичнее для вас? Вуз? Экономика вуза или экономика в вузе? Да, вот здесь важно посмотреть, что на первое место. И потом, для кого ваша статья? Для экономистов или для специалистов высшего образования? Кто основной читатель? Вот от этого еще отталкиваетесь. Да? Кто будет где искать вашу статью? Вот это на первое место. И вспомогательные таблицы. Надежда Юрьевна, вспомогательные таблицы, вот та ссылочка, которую я вам давала, «Наука про». Вот их смотрите там. Там они прям очень подробно все разложены. И лучше всего начинать с «Наука про». Методически как вот весь этот справочный аппарат очень хорошо представлен. А потом уже для быстрого онлайн-поиска переходить в другие онлайн-ресурсы использовать. Нет, проект указывать индексы ВВК, забирать язык, тип документа, предметная область, рубрикатор. Ага. Тематики в открытом доступе. Да, Надежда Николаевна, согласна с последним словом. Что делать? И ББК, и УДК, и еще предметную рубрику смотрите по ГРНТИ. Кстати, где смотреть ГРНТИ? Сейчас я вам еще одну вещь покажу. Это вы что-то расслабились. Рано говорите спасибо, мы еще с вами ББК быстренько не пробежали. Очень быстренько я вам покажу сейчас. Презентации есть, можно скачать. Покажу вам классификатор ББК. Это библиотечно-библиографическая классификация. Она в основном предназначена для формирования фондов каталогов картотек. И та же самая задача, да, облегчить доступ к источникам информации и усложнить жизнь авторам, которые теперь самостоятельно должны еще и этот индекс писать в дополнение к УДК. Но это, конечно, была шутка. Зачем ББК не библиографом? Вот есть четыре основных момента. Самостоятельная индексация, то, о чем мы в самом начале говорили, лучше автора никто не знает, вот весь аспект, да, все нюансы своей работы. Проверить для того, чтобы, если вам составляли индексы и изначально, и кто-то это делает за вас, проверить, насколько он правильно вообще учел все ваши пожелания и составил индекс. Поиск источников по определенной тематике или вопросам. Все систематические каталоги российских библиотек в основном строятся либо на УДК, либо на ББК. И вот это основ систематического каталога. Если в этом немножко разбираться, то по индексам нам гораздо легче иногда находить информацию. Не по ключевым словам. Все, что есть под теми социальная работа с многодетными семьями. Там много может быть нюансов. Название статьи вообще может не отличать. И в аннотации про это может быть не написано, а относится к этой тематике. И если индекс соответствует этой теме, да, под этим индексом она идет, она в каталоге попадет именно в этот раздел, который нужен. И вот по индексу легче искать. Кстати, по индексам очень хорошо искать нужную информацию по конкретным вопросам. Вы задаете этот индекс в поиске тех же электронных библиотек, он вам дает весь список источников, всех документов, которые есть и которые зашифрованы под этим индексом. Текстовый перевод, ну, можно сказать и так, да, такой автоматический перевод. Вот для этого они нам и пригождаются, но с ББК тоже история непростая. Нужно, когда у вас предъявляются требования проставить индекс ВПК, обращайте внимание,
по каким таблицам вам нужно работать. Есть, вот, например, Тихоокеанский государственный университет, средние таблицы ГБК, по ним проставляете индекс. А вот научно-техническая библиотека, да, таблицы для массовых библиотек, уже совершенно другая история, может быть. И если на это не обращать внимание, то можно проиндексировать неправильно. И вам либо завернут статью, либо так с неправильным индексом мы будем жить. Какие есть варианты ББК, вот этих таблиц? Не надо пугаться, их сейчас на самом деле не очень много. Было вот столько. Универсальные, полные, средние, отраслевые и так далее. Сейчас сократили. Было в начале 2000-х, потом в 2015 году были переработки. Вот спрашивали, как часто, да, вот с ББК как-то почаще было. Полные, средние и сокращенные. Вот чаще всего идет требование по этим таблицам проводить индексацию. Технические библиотеки чаще всего вот по этим таблицам работают. В предыдущем примере было у нас требование, да, для технических библиотек. И структура. Несколько частей. То же самое. Есть основные таблицы, где прописаны основные разделы. Есть вспомогательные, также типовых делений, как в УДК, в этом они похожи. Есть методические указания. Внутри самих, да, подробно расписывается более конкретно, как работать, как определять индекс. Они внутри самих разделов иногда могут встречаться. Но отдельно пока вот на сайте РГБ заработал онлайн классификатор ДБК, но там методические указания. Раздел есть, наполнение пока еще нет. Обязательно есть алфавитный предметный указатель, и есть еще приложение к таблице. Ну, вот это такие есть книжечки, в которых вот это вот все включается. Да? Ну, не все. Основные таблицы, там приложения и так далее. Остальное дополнительно не выпуск. И основные таблицы похожи на УДК, нет только нулевого раздела. Начинается с единички, и вот дальше пошло. Да, то же самое. 6, 8, 9, вот 9 позиций у нас здесь есть. И вот сравнение. Для сравнения, чтобы вы не путались, тоже вам подсказку оставляю. Общие основные таблицы. Первый ряд, как бы первый уровень градации в ББК и в УДК. Потому что если от нас и то, и другое требуется, ну вот вам для сравнение, где искать, насколько они отличаются, насколько они похожи. Вот в ББК есть четвертый раздел, а с 61 года ББК он свободный. Оставляют свободные места, чтобы можно было потом чем-нибудь понять. И особенности индексации ББК. Смешанная индексация, используются и буквы, и цифры. Логическая последовательность и называется последовательность рубрик. Знаки, которые используются при индексации. Если в УДК в основном это буквы не использовались, а только числовые обозначения, то в ББК используются буквенные. Вы помните, как мы учебник, да, в УДК 0,78. А здесь нет, здесь добавляются буквы. Буквы с цифрами. Вот они показывают, что это учебник или это словарь или справочник. Вот что они обозначают, я вам здесь тоже привожу. Для каких целей, что это обозначает? Вот они. Определение, отдельные понятия, территории, используются прописные, строчные буквы и в сочетании с цифрами. Это все указывается в вспомогательных таблицах. И вот она, знаки ББК, вот они примеры. Вот она, двоечка обозначает, что это естественные науки в целом, можно и так проиндексировать. 20, это уже пошло объяснение, да, что здесь скрывается, естественные науки в целом, что это такое. Вот добавляется буковка Г, она говорит о том, что это вопрос с точки зрения истории. История естественных наук в целом. А вот 20 у нас сюда перегрузили. А вот 21 это уже человек и окружающая среда. И вот это уже пошли вопросы экологии. И вот они методические как бы указания, да, описывается очень подробно, то, что очень хорошо здесь в ВК представлено. Какие вопросы сюда относятся к этому индексу, в каком случае его стоит
используют. А вот они, наши учебные издания. Если в УДК были цифры, то здесь вот добавляется Я-7. Это учебники, лекции, вот пошло обозначение. Если можно поставить его так, добавить к основному индексу Я-7, у нас получится учебник. Но есть и разделение, нужно посмотреть. Если у нас учебник для высшей школы, может быть, имеет смысл поставить Я-73. Ну и дальше вот для школьников, для начальной, для дошкольников и так далее. То есть вот на это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. И вот они, использование дополнительных индексов вспомогательных, да, через дефис, да, берется из дополнительных вспомогательных таблиц, и вот они добавляются к основному индексу, и здесь мы уже говорим не просто о радиоаппаратуре, а добавляется вот через дефис 0,2 проектирование. А вот здесь мы не просто говорим о радиоаппаратуре, а добавляется 0,4, мы говорим о деталях. То есть позволяет вот так вот детализировать наш индекс. Ну, до какой степени это нужно, ну, это нужно смотреть, исходя из ваших целей. И вот, да, вот еще несколько примеров я вам здесь тоже привожу, можно потом посмотреть. И вот вспомогательные таблицы, так же как в УДК, они похожи же на самом деле. Есть и в ВБК тоже, к основным таблицам, вот они вспомогательные. Тоже есть таблицы общих типовых делений, территориальных делений, социальных систем, присутствует и такое, и специальные типовые деления внутри раздела. И как они выглядят? Таблицы типовых, общих типовых делений. Это систематизация по тематическим аспектам, да, по формальным признакам общих для всех или нескольких отраслей. Эти индексы присоединяются к индексу любой абсолютно отрасли или темы. Например, если нужно выделить учебники, если выделить словари, историю и так далее. Они могут комбинироваться с разными делениями территориальных типовых делений, например, там, история медицины, здравоохранения России и СССР. Да? Могут быть, например, история 5G, и в скобочках еще вот мы добавляем двоечку, она нам показывает, что это именно определенный территориальный принцип. Здесь у нас где-то было. Сейчас я покажу. Да, вот оно было, да? Вот, а так у нас было бы еще по истории добавилось бы ЗДД и добавилось бы значение территориального принципа. Ну, немножко посложнее, но ну, можно сориентироваться и легко сориентироваться в этих табличках, они у нас тоже есть. Вот. Да, и вот смотрим, таблицы общих типовых делений, вот они у нас добавляются, а вот мы добавляем территориальные типовые деления. По такая тоже геолокация, здесь уже в цифрах, как видно, вот добавляем двоечку, ну вот Россия, СССР, вместо ПВК. И дальше смотрим, есть ли внутри разделения там зарубежные страны в целом, но еще может идти и по отдельным странам. Для таблицы типовых делений социальных систем, вот они добавляются, их три, они добавляются с таким апострофом. Развитые, развивающиеся, социалистические страны, ну, простите, что есть, да, что уж есть, то есть. Ну, вот, например, вот так у нас идет. Политика и современное политическое положение, ноль развитых стран, всех, вообще, всех. Вот они, типовое деление, видите, весь мир, все страны. Мы добавляем по всему миру, но все-таки они развиты. А вот здесь мы выделяем политику современного положения развивающихся стран по всему миру. Если бы это было определение более суженной геолокации, здесь было бы уже, наверное, не ноль, но вот там, развивающиеся страны Азии. Но здесь бы поменялась циферка, а вот и там развитые страны Азии. А вот за апострофом у нас бы это обозначение осталось. Ну и вот как к каждому
соответствующему разделу есть еще таблицы специальных типовых делений. Вот они прям вот так вот выделяются отдельно. И не забывайте на них посматривать. Да, они тоже нам помогают нашу информацию конкретизировать. Вот эти вот специальные типовые деления, они используются только в пределах одного отдела или нескольких разделов одной отрасли. И отличительный признак – это вот этот знак дефис перед цифровой частью. Обычно они ставятся под, если есть эти специальные деления, они ставятся прямо в самой таблице, когда смотрите, после названия вот этого раздела, и сразу к нему идут специальные типовые деления, которые применяются именно в этом разделе. Поэтому сначала смотрим здесь, а потом уже переходим к общему. И есть любимый алфавитный предметный указатель, который нам позволяет сначала с русского языка перевести на язык цифры, а потом зайти в общие таблицы и посмотреть обратно. Не всегда обращайте внимание, то, что приведено здесь, совпадает с тем индексом, который нужен нам. Это просто отсылка, где искать. Смотрим, ищем здесь, находим нужный номер, и потом уже переходим к нему. Вот такой пример у нас здесь есть. Это индекс в основных таблицах. Вот мы его находим. Вот индекс специального типового деления, который есть к этой таблице. Вот мы его находим. И это индекс раздела, где используется таблица специальных типовых делений. Сейчас я вас немножко... Много информации чувствую слегка, как мозг начинает шевелиться. Да? Как со всем этим разобраться. Вот более подробно я вам весь этот поиск оставляю здесь. В презентации можно забрать еще раз поменять, пройти. Все эти слайды будут у вас. А сейчас я вам покажу несколько хитрых помощников, которые нам помогают с этим всем справиться. Вот здесь они у меня есть. В презентации тоже есть ссылки на них. И я вам в чат сейчас уже покидаю. Есть несколько ресурсов. Вот этот Offerneo, вот как с ним здесь искать, здесь есть на слайде. И я вам покажу еще его же и еще один ресурс, который позволяет нам вот этот поиск по ВДК осуществлять. Начнем с вот этого Offerneo. Вот так выглядит этот ресурс. Здесь есть электронный справочник ВДК. Очень краткая информация, как вводить. Вводим мы, например, вот ту же самую автоматику или судовую автоматику, которую мы искали. И вот он по ключевому слову, да, задаем, добавляем автоматику суду, и он нам показывает, что ничего нет. Да, автоматики есть. Меняем запрос. А вот если автоматизация, да, судов, есть ли что-нибудь? Меняем автоматику на автоматизацию. Есть. Вот он нам показывает, что автоматизация судов есть. И с скобочков, вот она. Если обратите внимание, да, судовая автоматика. Вот мы набрали неправильно, автоматика судовая или автоматика судов, он нам показал, что ничего нет. Если мы наберем судовая автоматика, он нам это может показать. Ну вот он нам показывает этот код, где посмотреть, какой раздел, и дальше можно уже заходить в таблицу ДБК и смотреть по этому коду, есть ли какие-то методические рекомендации. Вот они тут. Ну и проверяем, попробуем ввести код деления. Здесь можно искать по ключевым словам, по различным параметрам, в том числе и по ходу деления. Нужно выбрать нужный код и посмотреть, что под ним идет. Да, есть. Вот он у нас указан. Действительно, здесь проверили. Все замечательно. Можно использовать, можно применить. Есть еще один электронный справочник, которые я сейчас тоже покажу, да, и вот основные таблицы, они здесь есть, по ним можно перейти. Нет, это свободный доступ, Мария Генриховна, здесь никаких регистраций не требуется, все, что я вам сейчас показываю, это вот зашли и пользуемся, все, что находится в открытом доступе. И вот еще РГБ наконец-то сделала такую вещь, эталонный, электронный эталон ВБК, наконец-то они его запустили, то, о чем так долго говорилось.
На страничке прям даются указания, как работать с этим эталоном, прошу прощения, вылезла, да, помещалка, как вводить запросы, то есть подробно все инструкции изложены. Но все равно не настолько полно, до чего-то приходится додумываться самим. И вот здесь, смотрите, какая интересная штука есть. Первый шаг, с которого мы начинаем, мы выбираем вот тот самый тип таблиц для работы. Помните, на самом начале было по таблицам для научных библиотек, по средним таблицам, там, по сокращенным таблицам. Вот они здесь все представлены. Сначала выбираем то, что нам надо. Здесь есть даже для групп детского обучения, там, для различных. Выбираем нужную нам таблицу. Ну, вот, например, среднюю мы берем. Окей, переходим. И вот он нам вот здесь пишет, видите, в средней таблице у нас прям в сереньком окошечке появляется название. Выбираем. И вот он нам приводит структуру этих таблиц, ее наполнение. Плюсики слева стояли, можно их раскрыть, посмотреть. А вот мы сейчас полные таблицы посмотрим. Да, и вот он нам показывает наполнение полных таблиц. Сокращенные. Вот он нам показывает все вот эти таблицы, вспомогательные и прочее, все здесь вот оно есть в электронном виде. А вот ВБК, да, есть алфавитный предметный указатель, он у них отдельно вынесен и очень удобно сделан. Вот этот переход по гиперссылкам, найдя здесь нужное, сразу можно перейти на отдел, на нужный раздел. И здесь есть еще вот такая вещь, как поиск. Но с поиском очень осторожно. Здесь нужно до многого додумываться самим. Но, в принципе, например, по формулировкам, по ключевым словам, здесь можно найти очень быстро нужные нам индексы или разделы, хотя бы в рамках которых мы будем искать индексы. Вводим в элементы записи для поиска формулировка. Здесь выбираем «Содержит». Дальше в поле вводим слово, которое нам необходимо, например, не та же несчастная автоматика, вот мы ее введем, там автоматика судов, да, вот мы ввели, нажимаем «Искать», и он нам дает результат. Если есть, это же в кодах, да, вот он нам выдал. И дальше справа по синим стрелочкам мы можем перейти к нужному нам разделу, посмотреть более подробно, раскрыть его и найти. А вот мы, например, еще добавляем туда второе слово, тоже второе поле заполняем в поисковике, например, судов. Вот та же самая автоматика судов, что он нам напишет. А он нам пишет нет. Да. Ну, вот нет, не содержится. Здесь можно менять логические связи. И, или. Вот или, если вводим, то он нам выдает все, где есть слова судов, причем даже сосудов сюда тоже попало. Вот поэтому медицина местами начинает мелькать, и где есть слово автоматика. Или одно слово, вот уже сколько много данных. Можно и так, например, поискать. И выбрать уже из того, что он нам нашел. Но мы все-таки остановимся на и. И попробуем на а. Нет. А вот и автоматика, и судов у нас отсутствует. Что будем делать? А попробуем поменять наши слова. Мы помним, что у нас там идет автоматизация. Тут мы можем по-разному менять наши запросы и смотреть, что у нас получается. По-разному не будет. Вот мы, например, вот это вот удаляем автоматику, поставим автоматизацию судов и посмотрим, что он нам будет. А если мы ее потом разделим? Да? А тут нету такого. Надо искать по-другому. Вот все эти манипуляции очень просто можно здесь разделить. Например, вот эти два слова мы разделяем в разные поля. И вот оно выдает результат. Вот оно есть. Здесь есть и автоматизация, и компьютеризация, судов, нужно ли нам это. Переходим в таблицы и смотрим. Да, ну, вот такой хороший ресурс. С поисковиком еще нужно немножко повозиться, приходится. Но, в принципе, вот по самим таблицам, по ВБК искать здесь достаточно легко и просто. Ну, вот методический отдел, я вам показываю, здесь методика, раздел есть, но он пока еще пустой. Вот на вчерашний день пока еще ничего не было. Специально посмотрела, записала, да, как
Вот, ничего. Но алфавитные предметные указатели работают, и, в принципе, если с поиском не очень получается, можно через алфавитные предметные указатели находить нужные разделы. Да? Вот, к этому он очень хорошо предназначен. Вот эти вот два ресурса по ВБК. Ну, сейчас я вот, до конца смотреть не буду. Вот, да, вот он, видите, плюсики позволяют нам посмотреть, если там есть какая-то детализация. Вот мы его здесь можем увидеть и выбрать нужный нам код. Очень удобный поисковик. Сейчас я ссылки на него тоже дам. Про авторский знак был у нас вопрос. Да, есть. Айнур Батетгызы. Ой, простите, пожалуйста. Айнур, есть по авторским знакам. Это еще одно требование, которое с нас просят указывать. Указывать авторский знак вместе с индексами УДК и ВБК. И под ним еще приведите свой авторский знак. Приводится он по таблицам авторских знаков Любови Хавкиной. В начале 20 века было разработано и до сих пор еще существует. Как и с помощью чего проставлять авторский знак. Очень хороший ресурс, я вам покажу. Их много сейчас, кстати, в интернете появляется. Ну, не все очень удобные, а вот это мне понравилось. Ресурс по авторским знакам на сайте издательства Триум. Не знаю, как насчет издательства, еще не смотрела, но вот набор ресурсов, полезных ресурсов у них здесь неплохой. Сейчас я попробую вернуть обратно и вам покажу. Да, вот он. Сайт, адрес, ссылки я вам тоже скину на этот ресурс. Вот, посмотрите, паузу поймала. Здесь есть определение УДК, ВБК. В принципе, удобнее тоже можно пользоваться, но более такие, более правильные, более расширенные еще и вот тех ресурсов, которые я вам сегодня показала. Определение авторского знака есть. Есть даже расчет авторских и условных печатных листов. Можно все сделать на одном ресурсе. И вот они, кто у нас спрашивал про ГРНТИ, вот они, определение ГРНТИ, ресурс здесь тоже присутствует. То есть вот по этой ссылочке вы сразу много позиций можете закрыть. Ну, и плюс еще поиск или расшифровка ДОИ, что означает этот индекс. И определение авторского знака у них очень простое и очень удобно устроено. Вот мы заходим, вводим либо фамилию автора, либо если под названием все равно ставится авторский знак, тогда уже по первому слову название. Ну вот, например, вводим, и вот он нам сразу выдает. Авторские знаки – это первая буква и числовые обозначения от фамилии. И они ставятся, он выглядит вот так, одна буква и числа после нее, но присваивается он по первым двум или трем буквам начала фамилии. Вот, например, вот я вам здесь примеры привожу. Да, вот мы ищем, набираем фамилию, вот он нам выдает по первым двум-трем буквам. Очень-очень-очень удобно, очень быстро находится. Я даже себя нашла. Да, до Т32 никак не дотяну, но Т31 тоже неплохо. Вот можно даже поиграть, определить свой авторский знак, вы его будете знать всегда и давать коллегам. Да? Вот, пожалуйста, вот сразу выделяет его, считывает фамилию, сразу выделяет его жирненьким, так что здесь даже искать вообще ничего не надо, он нам сам этот авторский знак подсказывает. Ну и плюс еще вот дополнительные ресурсы, которые есть на этом сайте, тоже можно использовать. Вот такая очень удобная на самом деле вещь. Сейчас я вам ссылочки на это покидаю. Значит, первое — электронный справочник ВБК, который мы смотрели, Афернил, вот он. Вот я его вам кидаю сюда, ссылочка, раз. Вторая — это эталон ВБК РГБ. Это ссылочка 2. Вот она у нас. И третье, это на саму страницу, там, где идет описание. И туда же уже сам поисковик самого ВБК, сами таблицы, вот это отдельно. Там две ссылочки, можно было и то, и другое пользоваться по отдельности, я вам их даю.
И по авторскому знаку вот этот вот удобный ресурс, издательские сервисы Триумфа, плюс еще туда можете в закладке себе беречь, там еще те же самые ГРНТИ и много чего еще есть. Все в одном флаконе, чему бы не воспользоваться. Такой ресурс-помощник, он нам очень даже хорошо подходит. Вот, коллеги, и, наконец, заканчиваем мы сегодня раскрытием великой тайны, что же скрывалось вот за этим страшным индексом, который мы смотрели в самом начале, составленный по ББК. А вот его расшифровка. Что обозначает каждая буковка, что обозначает каждое сочетание букв, что обозначают все вот эти дополнительные у нас идентификаторы, да? Что это такое, строчные, прописные, в чем разница. И вот их определение, их значение, этих индексов, вот они здесь приведены. И, наконец, вот как звучит тема, для которой был составлен этот индекс. Материалы о координации научно-исследовательских работ в СССР по вопросам проектирования вспомогательных устройств от окисления прокатных станов холодной непрерывной прокатки стали. Ну, прям название диссертационного исследования и отнюдь даже не кандидатского. А, вот, кстати, еще одна хорошая фишка, подсказываю вам, да, можете взять, использовать как задание на умение работать с ББК. Можете сами пройтись по этому пути, он у вас, в принципе, есть, да, посмотреть. А можете и использовать как такую загадку, квест для работы со своими студентами или коллегами, которых будете обучать и помогать разбираться с ББК. Ну, вот такую игрушку здесь можно вообще-то придумать очень интересный квест, может получиться. Ну, тоже вам подсказываю. Родилось тоже на ходу, прямо то есть статьи взять пример и дальше переработали. Ну и вот он, авторский знак, вот он приводится, да, вот ресурс, который мы с вами смотрели, он позволяет эти авторские знаки быстро расставлять. И вот еще несколько ресурсов онлайн для использования ББК. Мы посмотрели не все. Триумф, да, вот он еще здесь есть. Вот можно этими ресурсами тоже воспользоваться. И, коллеги, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Только, пожалуйста, не разбегайтесь. Если есть какие-то вопросы, можете написать. Только, пожалуйста, во вкладку «Вопросы» на чат убежит. А я сейчас вам выдам сертификат, и на это идет немножечко времени. Поэтому, если какие-то вопросы, пожелания, замечания или еще что-то будет, пожалуйста, пишите. Я сейчас вам выдам сертификат, чтобы у нас все ушли сертификаты на сегодня. Поэтому я немножечко сейчас отвлекусь, а потом вернусь в чат. Но если какие-то вопросы будут, коллеги, пожалуйста, во вкладку «Вопросы», иначе он сейчас убежит, я потом кого-нибудь не найду. И напоминаю, коллеги, что 28 числа у нас начинается, начинается курс, где мы тоже будем заниматься вопросами. Про индексацию обязательно поговорим. И будем заниматься вопросами поиска информации более углубленно вопросами, связанными с публикацией, с публикационной активностью преподавателей. Да, и вот все вот эти моменты, все, что не связано с библиографическими описаниями, как работать с ресурсами, с этими тоже будем работать на нашем курсе. И вот про УДК, ВПК задание там обязательно тоже будет. Так что у вас есть преимущество сегодня. Так, вот он, наш файлик. Уже обладаете необходимой информацией. Так, выделяем. И все, коллеги, сейчас я возвращаюсь.
ничем меня учитель Мирополиса решил перезагрузить. Вот, сертификаты уже выданы. Ссылочку я вам кидаю сейчас сюда. Сертификаты можно уже забирать. И, коллеги, последняя информация. Есть у нас группа «Библиография для небиблиографов». Я понимаю, что какие-то вопросы могут возникнуть уже после, может быть, даже после просмотра вебинара. Что-то возникнет, захочется спросить или присоединиться. Вот, пожалуйста, через эту группу можно найти меня, и можно прямо в группу там задавать вопросы, и мы это будем разбирать. Рады всем, приходите. Вот. И, коллеги, на этом мы сегодня заканчиваем. Всем хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья, берегите себя и приходите на наши вебинары Директ Академии, уже заговариваюсь. Всем всего хорошего и доброго, и до новых встреч.